друзья, с вами Бисквит, мы продолжаем проходить Сталкер ОГСЕ-0693, и я, собственно, сейчас нахожусь уже в темной лощине, ищем мы искателей по квесту. Добрался я сюда, я тут подошел, короче, смотрю, бандиты, ну, вроде не атакуют, сейчас попробуем к ним пройти. По пути сюда с кордоном увидел одну дичь, покажу уже, думаю, на обратном пути. Так, родные, вы стрелять же не будете? Как жизнь, мужик? Не в мужиках я, в блатных. Зинки свои протри. Сиди и вот фраеров стрижем. Получается? Получится. Никуда они не денутся, гады. Окей. Так, родной. А ты пахан у них, да? Если твоя жопа приключений ищет, то считай, их здесь выдают. Кто вы такие, что здесь делаете? Мы работники ножа и топора. Романтики с большой дороги, мля. Кульга, вас знаешь, мы из его бригады. Ага. Если так, твоя жопа... Есть предложение. Ну, излагай. Я хочу помочь твоей братве. Что для этого нужно сделать? А, так ты типа Робин Гуд местный. Ну-ну. Короче, скажи этим фраерам, которые засели напротив, чтоб отпустили блоху или завалим их всех нахрен. И чтоб блоха был при этом бодрый и здоровый. Ну, я постараюсь. Так. Та-та-та-та-тан. Профессор. Уничтожить искателей, доложить профессору. Вижу бандюка! А может, не стоит? Бандиты! Всем укрытие! Здорово, мужик, ты кто такой? Просто сталкер из группы искателей. Была большая группа когда-то, но потом исчезла. Мы последние из них. Чем занимались? Разведывали тайные тропы. Хотели найти путь мимо выжигателя к центру зоны. Нашли? Не успели. Какие-то мерзавцы сорвали нашу экспедицию, вырезали почти всех наших. Вот мы и сидим теперь здесь, чтоб лишнего шума не привлекать. Да только плохо получается. Мне что, их убить надо всех? Слушайте, если я не хочу, если я хочу вот их перебить. Давайте попробуем. Сейв какой-то 39-й, по-моему, да? Так, отъезжают пацаны. Теперь я хочу испытать вот эту штуку. Также на кордоне я вот эту вот вещь забрал. Вот этот агрегат. Сейчас будем этот агрегат обкатывать. Целиться с него, к сожалению, нельзя. К превеликому сожалению. Но шпарит он. Просто как бешеный. Ты, сука, с дробовиком. Так. Покажи, ты... О, блоха, надо же. Оп. По-моему, я что-то заруинил. Что-то я сделал не так явно. Может, с вами потрындеть? Получить информацию о сталкере Болтуне. Так, а с кем из вас можно Болтуне-то потрындеть, парни? Другое дело, что вот мне кажется, что у тебя бандиты, которые угрожали вам, мертвы. Ну, наконец-то. Теперь можно вздохнуть свободно. Че не хотели-то? Да, эти мерзавцы хотели ограбить нас. Ну, мы захватили пленных разведчика, поэтому они и не нападали. Теперь мы отпустим пленника. Ясное дело. Юрий, я ищу одного человека. Что за человек? Сталкер по кличке Болтун. Он должен был появиться здесь. Болтун? Да, был такой. А зачем он тебе? Он приходил к вам за картой, верно? Ну, раз ты в курсе дела, то слушай. Да, он был у нас, и, судя по всему, именно он привел бандитов на лесопилку, но это не его вина. Перед самым нападением Болтун ушел, и я думаю, часть бандитов последовала за ним. Куда пошел-то? На запад, там он хотел спрятаться у охотника и пересидеть немного. Охотник живет там, в заброшенной сторожке. Слышали о проводнике? Ясно, надо наведаться к нему. Самый первый из сталкеров в зону ходить начал. И вроде может так, провести с парнями в любую точку зоны. Понимаю. Ух ты! Он вроде не проводник называл. Или проводник. Проводник это из группы Стрелка, товарищ. Ну, по псевдолору, типа, это товарищ из группы Стрелка. Утверждать ничего не могу. А чего вы все пустые-то? Кто вас пошмонать?
Так, кто вас пошмонать, ты уже успел. Я так понимаю, сталкерня местная, да? Угу. Замечательно просто. Пацанов просто обобрали. Банда Кульгала мертва, я так понимаю. Я хочу заглянуть вот сюда. Вот говорят, что здесь должен быть квестик. Я последую совету и туда загляну. Если у нас есть такой пулемет, то, ну блин, прицельный ствол нам все равно нужен, с которого можно прицельно шить. Поэтому М-ку я оставлю. Как вы помните, мне еще нужно заглянуть в Неагропром. Там у нас с кротом дела, там у нас дела еще какие-то, какого-то рода, уже не помню. И заодно я хочу заглянуть в подземелье. Подземелье, собственно, зачем? Помните, когда мы там были, я выкинул где-то там грозу под калибр 5.45. Вот именно за ней я туда и хочу сходить. Потому что 5.45 более дешевый, более распространен, а гроза это ну, агрегат. Сами понимаете. И, конечно, велика вероятность, что этого ствола там уже не будет. Так же, как и квесты здесь, потому что я никого пока что не вижу на этой заправочке. А, нет, смотрите, кто-то есть. Кто-то есть. Возможно, мне сегодня повезет. Хозяин, запомнить числа на колонках пригодится. ДП-76-92. Ты об этих числах или о каких? 76-92. Ну, по идее, ты о них говоришь. Так. Господи, боже мой. Парень приуныл явно. 76-92. Помеченные зоны, давай сюда. Это ебануться, блять. Сюда нахуй, все сюда. Так. Кстати, как вы можете заметить, у меня повысилась грузоподъемность. Объясняю почему, потому что надо еду захватить. Объясняю почему, потому что я повысил максимальную грузоподъемность на сотку. В конфигураторе. Так, что с тобой? Воды, молю. Воды, вот, пей. Прошу, передай моим братьям, что я не успел предупредить. Передай, я здесь уже пятые сутки. Где твои братья? Они здесь, в лощине, в секретном бункере. Как пойдешь на север от хижины лесника, упрешься в скалу, и там за кустами будет вход в туннель. Код от двери 1983. Все, больше не могу. Так, на север. Подожди, как убрать нам Малию? Сейчас отъедет, походу. Па-пара-па-пам. Бро, сюда. Мои проблемы с квестом. Ловушка на заправке. Ой, где это мы? Что за страшная комната? Здесь умирали люди. Они умирали долго. Как здесь неуютно. И выйти не получается. Что-то не пускает. Надо открыть старый сейф и найти там одну хорошую вещь, которая поможет. Код от сейфа? Давай подумаем. Раньше, очень давно, люди брали здесь топливо для своего транспорта. Топливо обозначалось числами. Эти числа написаны на колонках. Надеюсь, ты их запомнил, хозяин? Попробуй ввести эти числа. Код четырехзначный. Угу. Родной, я-то уже забрал отсюда эту вещицу. Где этот кусок дерьма? Оп. Артефакт разрушен, к сожалению, но... Но-но. Ебать, у нас артефакты просто пиздец. Мне нравится. Мне очень-очень сильно нравится. Я хочу от кровотечения артефакт на себя нацепить. Так, отлично. Так у нас нарисовались довольно забавные квесты. Ну, дуем к Захарычу, дуем потом к братьям. Я думаю, к Захарычу мы будем дуть за кадром, потому что, ёб твою мать, как же это долго. Я очень долго добирался отсюда вот сюда. Очень долго. А потом, кстати, у Захарыча я уже побывал, тоже за кадром. По какому поводу? Там была задумка одна по поводу квеста. Вот.
И, в общем, Захарыч-то дает загадки, и в награду за отгаданные загадки он дает тайники. Так что сейчас будем загадочки отгадывать. Окей, двигаемся туда. Давай, Захарыч, принимай. Я уже здесь. Слушай, прикольная хибарка такая посреди лощинки стоит. Одинокая, никто не потревожит, никто не тронет. Так, родной. Дед, к тебе тут никто не наведывался, кроме меня в последнее время. Приходил один паренек, болтливый такой. Все смеялся, до шутки шутил, хоть и потрепан был немного. Потрепан? Догнались за ним, вот он ко мне и пристал, чтобы подсидеться. Я сразу это понял, хоть он мне ничего и не рассказывал. Я и такого повидал, я не такого повидал. А почему он к тебе пришел? Про мою избушку мало кто знает, разве что искатели на лесопилке. Ну и ты теперь. Здесь места глухие, от погони прятаться самое то. Да и не похож он был ни на убивца, ни на вора. Я людей насквозь вижу. Глаза у него добрые были. Поэтому я его выпустил. И где он теперь? Как видишь, с ним история скверно приключилась. Овладела им жадность. Эх, и многих же она здесь сгубила. Больше только от пуль до зверья полегло. Гостевал паренек этот у меня 3 дня. Я ему по вечерам истории разные рассказывал. От людей здешних услышанные. Однажды дернул меня черт за язык рассказать ему о смерть зоне и артефакте свет. Что за смерть зона? Это место такое, гиблое. Там злая сила землю вспучила и воздух подняла. Да так и держит. Сила-то страшная настолько, что убивает все живое, до чего дотягивается. Никто не может подойти к ней близко. Все замертво падают. И звери, и люди, и даже птицы. Нечем ее не обмануть. Ни костюмами хитрыми, ни приборами умными. Сила эта еще и коварна. Манит неразумных красивыми цацками. По слухам, в самом центре этого места лежит артефакт свет. Нашедшему его откроются многие сокровища зоны, и увидит он тайные места, невидимые простому глазу. Такая вот легенда. Интересный, что же болтун? Захотел артефакт достать? Да, я его отговаривал как мог, но не послушался он старика и ушел на смерть. Так и не вернулся, упокой Господь, его душу. Старик, а где находится смерть зона? Неужто и ты хочешь костями полечь от злой силы? Образуемся, не губи свою душу. Нет, из чистого интереса. В лесу на запад отсюда, обходи это место стороной. Слушай, Захарыч, мне надо туда пробраться. И тебя жадность одолела. Дело не в жадности. Просто мне надо выяснить кое-какую информацию, и часть ее находится как раз у того паренька, что пропал в смерть зоне. Может мне к ученым обратиться? Что это за информация у тебя такая важная? Впрочем, есть один способ, но он очень рискованный, почти такой же опасный, как и смертельная сила этой аномалии. Из двух зол выбирают меньше. Есть такая легенда, что смертоносное излучение этой зоны является во многом раз усиленным излучением одного небольшого, но очень вредного артефакта. Вроде бы когда-то тот артефакт образовался рядом со старым советским трансформатором, и прибор каким-то образом усилил его пагубное воздействие и распространил его на большую площадь. Так и появилась смерть зона, допустим. Так вот, соль в том, что этот артефакт, который называется тьма, когда-то был одной из двух частей одного целого артефакта, разрушенного одним не в меру любопытным сталкером. Вторая же часть, по поверью, называется свет и имеет противоположное оздоровительное воздействие. Вместе эти две части уравновешивают друг друга. Так вот, обладая светом, вроде бы можно проникнуть в смерть зону безнаказанно. И где его найти? Вот тут и заковыка. Тот сталкер, который разделил единый артефакт на две половины, давно погиб и забрал с собой в могилу тайну его местонахождения. Тупик? Думаю, что нет. Я тебе сейчас одну тайну расскажу. Есть у меня один знакомый сталкер, вернее, даже не сталкер. Вот он вроде бы того любопытного мужика знал и помнит, где находилась его могила. Имя говори. Погоди, не спеши. Эх, молодость. Что такое, дед? Имя забыл. Такое не забудешь. Тогда что? Может, ты мне скажешь в обмен на что-то? Скажу тебе его совершенно бескорыстно, но поверь, лучше тебе не знать его вообще. Да я не привык его упоминать такое в суе, мало ли. Да кто же такой? Давай так, я тебе сейчас одну книгу дам, ты ее прочтешь и узнаешь. Главный герой этой книги и будет тот, кто тебе нужен. Это все потому, что имя его я называть не хочу, чтобы не накликать беды. Вот, возьми. Когда прочтешь, я тебе расскажу, где этого человека можно будет найти. Навел ты туман, деда. Ну, давай книгу. Да ладно. Серьезно? Здорово, живая душа. Я хочу уйти отсюда, потому что эта музыка играет. Мне больно, вот серьезно больно, когда играет такая музыка. Я понимаю, что меня за нее могут трахнуть. Многие, посетившие зону отчуждения и попавшие в сталкерское общество, имели возможность услышать историю, или скорее легенду, о так называемом черном сталкере.
Я думаю, не следует заострять внимание на том... Давайте, короче, мы прочитаем это на паузах. Пиздец, тут дохуя читать. Охуеть можно. На паузе прочтем. Прочел я книгу. Понял, о ком говорил. Но ведь черный сталкер выдумка. Раз ты так считаешь, тогда отправляйся на холм, что к юго-востоку отсюда. Там эта выдумка часто появляется, причем не одна. Да, еще. Не вздумай палить в пса, понял? Пожалеешь. С каждым днем все больше убеждаюсь в том, что зона страна чудес. Ну ладно. Меня он к могиле того сталкера, который светом обладал, проведет? Думаю, да. Только будь осторожен. Лады. Загадки я потом, пожалуй, тебя подгадываю. Так. Сначала братство. Нам надо быстренько. Кстати, это смерть зона, это та плюшка, о которой я вам говорил. Я именно ее, короче, здесь увидел. Когда шел сюда, я увидел странное красное свечение, домик и парящие, и еще парящие такие островки. Я зашел, меня убило, я охуел, ибо действительно крипово, короче, было. Но я не знал, что мы так скоро этот квест выполним. Мне кажется, самое время будет скоро идти к ученым, потому что, блин, нам там выдадут, мне кажется, плюшки очень интересные. Так, собственно, он сказал мне за кустом. Я вижу здесь куст. Вижу еще один куст. А вход-то, собственно, где? Пэмс. Опа. Нехило, кек. Ой, а какой пароль был? 1983, во. Вот. Так. Пэмс. Замечательно. Здравствуйте. Всегда рад видеть нового человека в нашем бункере. Господи, что происходит? Что за бункеры? Ебануться просто можно. Вы серьезно? Это фашисты? Ни пуха, то... ни пирать. Ты кто такой? Братство? А раньше это иначе называлось. Да дай пройти, дядь. Кто ты такой и как сюда попал? Аркадий, чистильщик. Я меченый. Шел мимо заправки и нашел там одного из ваших. Ему нужно срочно спасать. Кого ты нашел и что с ним случилось? Там двое человек было, одного зовут Жикан, он еще жив, второй умер. Они попали в аномалию и провели без еды и воды 5 дней. Ты можешь чем-то доказать свои слова? Дело серьезное, я не могу посылать своих людей, куда попало. Жикан дал мне код от двери, плюс у меня остался осколок артефакта, который образовал ловушку на заправке. Этого достаточно, нужно срочно его спасать. Где ты, сказал он? На заправке? На заправке, да. Послушай, кто вообще такие и что это за место? Это бункер немецких диверсантов второй времен войны. Позже расскажу и все объясню, если поможешь. Сейчас времени мало. Я хочу послать на помощь нашему брату-врача, и в качестве охраны с вами еще пойдет один оружейник, Токарев. Проводи их туда и прикрой, если что. Я в долгу не останусь, и заодно расскажу, кто мы такие. Хорошо. Подойди к Корнееву и выдвигайтесь. Корнеев, это вот тут вот дядька, да? Аркадий сказал нам выдвигаться. Я готов, только мне уже походную сумку забрать. Займет пару минут. Так. Ждать тебя у входа через пару минут. Окей. Хоть перекинуло на заправку. Мы уже близко. Вы готовы? Да, здесь может быть опасно. Нам нужно быть осторожными. Само собой. Помните, какие... Блять, выброс, сука. А, он рафлинул, я понял. Так, дяди. Давайте сюда быстрее. Надо эти коробочки растолкать, а то они сюда ненароком еще не пройдут. Так, давайте, парни, заходите. Лечите пацана. Он ваш. О чем ты там поговорить хочешь? Лечи!
Вы чё, ебать? Это что такое пришло? Так, дядя, алло. Тихо. От нас все равно не уйдешь. Берем его за жабры. А ты чё здесь шляешься? Не мешай операцию проводить. Какую еще операцию? Операцию группировки «Долг» по задержанию рецидивистов. Что они сделали? Эти двое из преступной организации, члены которой занимаются похищением артефактов и грабежом сталкеров. Разряют схроны, крадут хабар, господи, а потом продают. Ясно тебе? Что ты делать собираешься? Взять их. Слышь, как на тебя? Впрочем, неважно. Передай этим гаврикам, что они попались. Пусть сложат оружие и сдаются. Времени 5 минут. Сука, блять. Что делать? Долговцы хотят вас пленить. Черт, это уже не смешно. Попытаемся дать отпор. Я бы с удовольствием, но силы не равны. И зачем я взял с собой этот огнемет? Им только кабанов пугать. Против автоматов он слабый аргумент. Слушай, поговори с Корнеевым, может он что придумает. Одни проблемы с вами. Там долговцы не приехали за вами. О нет, мы попались. Что же делать-то? Надо как-то выкрутиться из этой западни. Послушай, долговец говорит, что вы там у себя в бункере крадете артефакты. Что вообще за чертовщина? Я требую объяснений. Так и быть, обстоятельства требуют от меня правды. Послушай, мы и остальные, которых ты видел в бункере, члены тайного братства под названием Чистильщики. Занимаемся мы отнюдь не воровством, мы очищаем зону и, соответственно, спасаем внешний мир. По-моему, этим и так успешно занимаются долговцы. Они уничтожают последствия, мы боремся с причинами. И причины – эти артефакты. Именно из-за них здесь появились люди, и именно из-за этих творений зоны здесь так много зла. Все члены нашего братства имеют зоны и личные счеты. У меня, например, она отобрала жену, у токарева брата, у нашего лидера Аркадия сына. Мы не крадем артефакты, пойми, мы собираем их всеми подходящими способами и уничтожаем. Уничтожаем? Именно так, это наша месть зоне и метод борьбы с самой причиной злобы, порождаемой охотой за артефакты, за артефактами и деньгами. Разве такими темпами можно достичь значимых результатов? Вас же мало. Да, нас всего 9, но мы имеем агентов практически во всех частях зоны, среди всех группировок, даже в Монолите. Они стараются перехватывать крупные партии артефактов, перенаправлять их сюда, также разведывают места схронов группировок и склады. Прикрывают поставки от торговцев. Так вот, почему долг как зол на вас. Они-то артефакты не трогают, а сдают ученым. Я сам ученый, и могу сказать тебе, что для проведения исследований требуется гораздо меньшее количество артефактов, нежели то, которое руководство долга получает каждый месяц от своих кладов. Меченый, мы не хотим никому зла, пойми. Мы уничтожаем зло в зародыше, помоги нам. Не позволь этим палачам нас захватить, а местонахождение бункера не должен знать никто, иначе бы расту конец. Что делать? Предлагаю воспользоваться всего артефактов. Что ты имеешь в виду? Наш брат Евгений на несколько минут пришел в себя и рассказал мне, что тебе удалось разрядить некую аномальную ловушку, которая здесь была ранее. Это правда? Да, это было что-то вроде аномалии пространственной. Это явление нам известно. Оно порождается артефактом маятник. Если его долго держать без контакта с живым телом... Так вот, этот артефакт наш брат спрятал в сейфе, забыв при этом код. Что и создало ему неприятности. Это все, что ты знаешь сам. Но суть вот в чем. Этот уникальный артефакт имеет одно очень интересное свойство. Он может телепортировать предметы на небольшие расстояния. Для этого его нужно совместить с артефактом, порождающим электрическую силу. Тогда последний разрядится, а маятник получит импульс, совершит пространственный скачок, увлекая за собой своего носителя. Понял, к чему я клоню? Понял, но есть одна проблема. Артефакт этот при уничтожении ловушки рассыпался на части. Не удивляйся, это его характерная особенность. Он очень часто распадается на несколько фрагментов, чтобы через некоторое время, получив импульс, растись в единое целое. Сколько фрагментов у тебя есть? У меня было 4. Один самый крупный я отдал вашему лидеру. Это судьба. Обстоятельства складываются как нельзя лучше. Смотри, мы можем воспользоваться оставшимися частями маятника для того, чтобы перенестись в бункер, потому что при импульсе меньшие части притянутся к большей, и каждый из них увлечет за собой своего владельца. Только вот заковыка. На, частей 3, а нас 4. Что предложишь? У меня идеи кончились. Вы с Жиканом и Токаревым телепортируетесь в бункер, а я как-нибудь выпутаюсь. Слушай, это очень великодушно с твоей стороны. Если ты не передумал, то давай мне части маятника, мы удерем прямо сейчас. Удачи вам. Ну, сука, готовьтесь, блядь.
Чё-то вы, парни, ничтожные какие-то. Чё-то вы какие-то ни о чёмные. А вас тут много было. Слушайте, я думал, у вас тут все вот эти вот 4 штуки. А вас тут приличное количество. Я надеюсь, это все. Так. Каменный цветок. Типичный долговец, в принципе, с артефактами. Гоняет. Слушайте, а чё они пустые-то, лол? Чё-то бред какой-то. Пацаны тупо пустые. Окей. Пулю, от пулевого ранения пацаны начали погибать в лощине. Интересно, из-за чего? Так, это я забираю. Забираю. Еду тоже заберу, пожалуй. Пэмс. Отлично. Парни мне примерно полностью возместили. Некто. Так, я, пожалуй, сохраню интригу, короче, и продолжу в следующей серии. Как раз добежим до братства этого долбаного. Мы с долгом, мне кажется, очень сильно портили отношения. Так сейчас будем работать на братство. Добежим до братства, закончим с ними квест и потопаем к этому некто. Так что пока что всем спасибо за просмотр. Спасибо, что посмотрели. Если вам понравилось, ставьте палец вверх. До встречи в следующей серии. С вами был Бисквит. Всем удачи, всем пока.